А, гусеница попалась. Попалась гусеница. Вот такая вот гусеница была глупой. Глупая гусеница. Да? Врезалась. Нормалек, нормалек. Идем дальше. Так, какой... А, вот Альберто, смотри, появился. Малыш. Давай, малыш Альберто, я тебе дам покушать. В смысле? Это не Альберто? А кто это был? Блин, это не мой. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру Little Big Snake. И мы играем за такого морского ктулху, который любит кушать вот таких маленьких слизняков. Да, мы прокачали умение вырастать с помощью слизняков. О, вот этого я не смогу словить. Ну, попробуем, давай попробуем. Опа, есть! Открыли мне видение. Так, этого тоже попробуем сейчас открыть. Есть, злость. Так, хорошо. Так, смотри, какой-то чувак. Опа, понял, как надо вас ловить. Он зазевался, а я его бац и хлопнул. Взял и хлопнул. Ох ты, тихо. Давайте вот этих вот слизнячков поедем. Раз. Ах, слизняк убежал и взорвался. Да, бывает, бывает. Где кто тут еще? Вот этого давай сейчас словим быстренько. Опа. Давай уже ловись. Съели. Оп, оп. Зелененький чувак. Так, а ну-ка. Зелененький чувак. Так, убежал. Ну, так и надо. Правильно. От морского ктулху ты не убежишь. Где-то я тебя все равно найду. Опа! Есть! Все-таки я его словил. Все-таки я его словил, ребята. Хорошо, так прям... Я его подловил. Вот, нормально, увеличились мы неплохо. Ах, и врезался, да как так? Врезался в эту Еву. Ё-моё, как же глупо, я врезался. Алло. Как же глупо. Ладно, что у нас здесь? Бонус за убийство. Угу. Фига себе, мне сколько монет дали. Так, что у нас тут? Золотой сундук открываем. Так, монетки у нас, короче, находятся только в сундуках. А чтобы открывать сундуки, мне... А Жебетарпа, смотри. А ну-ка. Чтобы открывать сундуки, я хотел сказать, мне нужно много ключиков. А много ключиков я могу получить за убийство всяких вот таких змеек. Змеек. Так. Этого большого змея. Опа, прикинь, я большого змея убил. Офигеть. И сам убился. Так, Максим, блин. Нельзя так, знаешь, я вот радуюсь, как бы, да, с одной стороны, хорошо. Ну, а с другой стороны, я просто лечу быстро, прям вот от радости. И, естественно, я погибаю, потому что у меня скорость бешеная. И в кого-то я напрыгиваюсь на кого-то. Ладно. Сейчас попробуем еще кого-нибудь стукнуть. Вот этого. Ой-о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 й
Попробуем розового. Нет, не получилось. Давай еще раз. Опа, есть, есть розовый. Получился. Получилось розового стукнуть. Хорошо. Сейчас собираем. Все, так, тихо, не ускоряйся. Все, тихо. Мы не ускоряем. Это самое. Медленнее, медленнее работаем. Все хорошо. Не нужно спешить. Все, съели и съели. Так. Ух ты, ух ты, ух ты. Кого-то мы съели. Так. Так, тебя тоже я сейчас съем. Вот, хорошо. Так, ну если в кольцо меня кто-нибудь возьмет, то это будет очень плохо. Печально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ребята, что ж вас так много-то здесь, а? Алло. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, еда. Еда, еда, еда. Тихо-тихо-тихо. Не надо так сильно быстро бежать. Ах, врезался. Да потому что места не было, поэтому врезался. Ё-моё, ладно. Что мне, сколько дадут ключей? Так, ключи давайте мне. 6 ключей, 6 ключей. Давай, открываем, открываем сундук. Мне нужны деньги. Так, деревянный сундук. Потом. Ах, денег не было. Ладно. Играем дальше. Играем дальше. Так, кушаем сразу. Ах, ты убегаешь. Вот этого тебя съем. Во. Смотришь, сидит. Я вот так, опа, и подрезал. Надо подрезать, короче. В этой игре надо подрезать. Кого-то вот этого, например. Ах, нет, не получилось мне его подрезать.
Да, он даже и не понял. Он даже и ничего не понял, что надо пойти назад и съесть меня. Странный чувак, конечно. Странный чувак. Конечно, я ничего не получу. Ладно. Идем дальше. Так, 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 так. Кушаем вот эту маленькую слизнячка. О, который чуть не убежал. Так, ты давай не убегай. Так, давай я вот этих всем. Поменьше, которые, да? Во. И бабла, бабла, бабла. Сейчас я попробую взять бабла в кольцо. Ах, я еще слишком маленький. Не могу взять бабла. А вот этого возьму я в бабла или нет? Давай, 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 крутись, крутись. Есть. Так, все, видение мне открылось. СССР, давай я его, может быть... Не, ну, они-то прокачанные, конечно. Они-то уже нормальные. Прокачанные чуваки. Их тяжело. Ой-ой-ой. Врезался я. Мешают мне малыши вот эти, которые бегают рядом. Давай еще раз. Мешают, конечно, они. Так, а где у нас друг Альберта? Леонардо? Где вы все? Алло, ребятушки. Так вот появился Альберта. Опа, есть. Врезался. Тихо, тихо, что такая скорость там бешеная. О, Альберта тоже умер. И я тоже самое. Я тоже самое. Умер. Ах, ладно. Давай еще раз поиграем. И ключиков, конечно, мне... А, нет, дали 3 ключа, прикинь. 3 ключа дали. Раз, два, три. Все? Так мало? Так мало прошла. Так, Альберта, Леонардо, у меня никого нету здесь. О, ну-ка, сейчас. Вот этих слизнячков. Один слизнячок. Так, этого, может быть, здорового слизняка мы попробуем убить. Нет? Так, раз, два, три. Четыре. Пять. О, вот этот огромный умер, прикинь. Так, вот, а вот этот... Вот этого, может быть, как-нибудь попробуем зафигачить. Нет? Где он там? Где его голова? Давай уже, взрывайся. Есть. Так, хорошо. Дальше. Так, жужжиница. Нет. Она не хочет приземляться. Ну и правильно делает. Так, вот у нас нектар. Есть. Съели, да, мы нектар? Хорошо. Так, вот еда. Я вижу еду. Так, бабл. Бабл ускользает. Так, видение. Видение, хорошо. Ух ты, с видением так как здорово. Может мы кого-нибудь сможем... Может быть мы краснику... Нет, краснику не получится, потому что здесь... Вот этого сейчас мы сделаем. О, друг, какой же ты длинный. А, слушай, как же мне тяжело будет тебя ловить. Но я постараюсь. Так, вот этот зеленый здесь. Вот не кстати, вообще не кстати он здесь появился. Так, это мое все, алло. Я его ловил. Ах, гаденыш. Давай его в друзья добавим. Угу. Все, возрождаемся. Посмотрим, сколько мне дадут ключиков. Ключиков побольше давайте. Так, сука. 6 ключей у меня, да? Ну ладно. 6 ключей, так 6 ключей. Давай дойдем уже до рубинчиков уже. Есть. 2 рубина? Вы серьезно? Эх, хорошо, ладно, идем дальше. О, сколько еды, прикинь, нормально. Я в нормальном месте, смотри, очутился. Хорошо, прям. Прям как раз вовремя, слушай. Угу. Давай кого-нибудь подрежем. Давай сейчас попробуем кого-нибудь подрезать. Размер мне позволяет подрезать. Вот этого сейчас подрежем, нет? О, есть, подрезался. Так, иди жужжиниться отсюда. Так, хорошо. Вот этого большого я хочу подрезать. По правде. Где он? Он убежал. Так, пиш. Так, ну вот этих малышей мне смысл подрезать. А, вот все. Все, все, все. Ты в домике. Слушай, давай уже вырезайся. О, молодец. Ага. 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 Хотел меня подрезать, фиг тебе. Так, сейчас мы съедим нектарин. Нектар. О, есть. Хорошо, дальше идем. Где же все друзья мои? Алло. О, сколько еды, много, ребята. Так, все нормально, здесь подъели. Вот еще немножечко есть.
Так, тут надо аккуратненько. Аккуратненько ходить. А, вот тут в этого врезался. Он меня подрезал, наверное, специально, гад, а? Так, сколько ключей? Сколько? 3 ключика. Нет, 6. 6 ключей тоже неплохо. Давайте откроем. Нет, не открыли. Ладно, идем дальше. Так, мы открыли там еще какого-то скинчика. Скин какой-то открыли. Так, бабл. Ах ты, е-мое. Давай, слизняк. Хорошо. Смотрим дальше. Вот еще слизнячок. Ага. Сейчас посмотрим, ребята. Ох ты, нифига, мы жужницу съели. Давай вот этого бабла сейчас поймаем. О! Видение. Открыто. Открылось видение. Так, этого, видишь, я не могу подрезать. Он умный. Сразу начинает что делать, смотри. Вот этого попробуем сейчас подрезать. Нет, нифига. Тоже умный. Умный гаденыш. Так, это нафиг. О, еда. Ох ты, сколько еды. Здесь надо будет аккуратненько есть. Потому что здесь камней много. И может быть, кстати, здесь кто-нибудь врежется. Так, смотри-ка, это вот гусеница. Смотри, гусеница. А, гусеница попалась. Попалась гусеница. Вот такая вот. Гусеница была глупой. Глупая гусеница. Да. Врезалась. Нормалек, нормалек. Идем дальше. Так, какой... А, вот Альберто, смотри, появился. Малыш. Давай, малыш Альберто, я тебе дам пай кушать. В смысле? Это не Альберто? А кто это был? Блин, это не мой друг Альберто был, прикинь. Очень был похожий. Я думал, это друг Альберто. Я говорю, давай я тебе бабла, баблом угощу. А, нифига себе, это был какой-то другой. Но он был очень похож на меня. Как его звали? Андриан какой-то. Ёлки-палки, нифига себе. Бывает так, бывает, бывает. Ну что ж. И откроем мы сундук. Деньги. Мне нужны деньги, ребята. 45 монеток. Ладно, хорошо, окей. А что мы там открыли? Какой-то новый скин? Нет? А вот новый. Так, это... А что за новый? Так, это и есть новый скин. Так, озерной тулх у меня и был. Так, там какой-то был скин, как, короче, что-то показывали. Куда он исчез? Алло. Да. Этот скин исчез. Исчез. Надо было на него нажимать. Ну что ж, дорогие друзья, всем будем заканчивать серию, всем большое спасибо за просмотр, все подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, всем пока-пока!